Всем здорово, гайз, с вами снова я, Сиджи Стас. В сегодняшнем ролике я покажу, как из вашей фотографии, например, вот такой, или арта, например, вот такого, сделать анимацию, например, вот такую. А делать мы все это будем в нейронной сети, которая доступна абсолютно бесплатно и супер проста в управлении. Поехали! Для того, чтобы сразу приступить, переходим на сайт LiaX-Converter. Ссылочка находится в описании. Как только мы сюда попадаем, ничего нельзя сделать, пока вы не зарегистрируетесь. Для этого нажмите кнопку Sign In и зарегистрируйтесь, например, с Google почты. После того, как вы зарегистрировались, вы увидите свою аватарку и возможность загрузить изображение. Это мы и делаем. Нажимаем кнопку Upload. Здесь выбираем любую картинку, которую мы хотим анимировать двойным щелчком. И пошла загрузка. Процесс завершен, мы уже получаем готовую анимацию, но мы можем ее и настроить. Слева мы видим параметры анимации, которые можем настраивать. Это длина анимации, это сколько секунд длится сама анимация. От 1 секунды, очень быстро, до 6 секунд, плавно и медленно. Стиль анимации. Это куда будет перемещаться камера. По горизонтали, по широкому кругу, просто по кругу в высоту, вертикаль. Просто по вертикали, или самая моя любимая новая перспектива. Интересный эффект. Мы также можем выбирать размер самого движения, чтобы картинка менялась по движению совсем чуть-чуть, или гораздо больше. Изменять точку фокуса, ближе, по центру, или издали. Вы сами можете выбирать в зависимости от того, что у вас за изображение, какая настройка будет подходить больше всего вам. Также есть настройка изменения краев от 0 до 1,5. Есть также и настройки продвинутые, есть амплитуды по движению каждой оси. Самое интересное, в этом приложении есть редактор карты глубины. Здесь вы можете прочитать описание того, что делает этот редактор. Но, грубо говоря, здесь вы можете просто рисовать кистью, как в Photoshop или в любом другом графическом редакторе, карту своей глубины, изменяя таким образом глубину движения и влияя на то, что будет двигаться и как. Здесь внизу мы можем нажать на кнопочку «Превью», для того, чтобы посмотреть, как меняется анимация в зависимости от того, что мы рисуем, как выглядит сама карта глубины, и здесь мы можем по ней рисовать. Для этого у нас есть ползунок глубины. По сути, это чем чернее, тем дальше находится изображение, чем белее, тем ближе. Размер самой кисти, size, от маленького к большому. Hardness — это жесткость нашей кисти. Прозрачность, opacity. От самой прозрачной до четкой. Также есть очень удобные инструменты, такие как пикер. Нажимая на пикер, мы можем выбрать ту самую глубину, на которую тыкаем, таким образом получая необходимый эффект. Отменить все можно, нажав кнопку Undo. И если нужно переделать, соответственно, redo. Также есть еще привязка магнитом к уровню. То есть, когда мы будем нажимать на что-то, он будет к данному уровню глубины, то есть на каком мы находимся уровне тыкнули, тем цветом мы, соответственно, и будем рисовать. И как только все готово, мы можем нажать кнопочку Share, то есть поделиться, идет загрузка. И перед нами возникает возможность сохранить полученный нами результат в виде гифки в разных размерах, супер маленьком, маленьком и полноразмерном. Потом мы можем нажать, соответственно, кнопочку Save и таким образом сохранить файл. Также можем сохранить его в виде MP4 для того, чтобы она сохранялась как видео. И потом поставить его на бесконечный луп для того, чтобы выгружать его куда угодно в ваши социальные сети. Просто нажимаем кнопочку Save, как и в предыдущем примере. Отдельно даже можно выгружать саму карту глубины или даже разместить ее на Facebook 3D. И вот мы получили замечательный результат буквально за минутку совершенно бесплатно. Как вы убедились, очень простой, бесплатный, доступный сервис с очень простым интерфейсом и шикарным результатом. А я надеюсь, что вы поделитесь своими крутейшими анимациями у меня в телеграм-канале, там есть чат. Если вам понравилось это видео, оно было полезным, поставьте ему обязательно лайк, подпишитесь на данный канал, а я встречусь с вами в новых роликах. Пока-пока.